Так, давайте проедемся и посмотрим, сколько стоит сегодня бензин в Америке. Так, подъезжаем к заправке Костко. Бензин, как видите, у нас сейчас на нуле совсем. И сейчас мы посмотрим, сколько стоит заправиться во Флориде, город Нейплс. Чтобы заправиться здесь, нужно обязательно остановиться и выключить свой автомобиль полностью. Так, мы будем заправлять машину свою бензином 87. Это аналог 92-го бензина. Мы заправляем свою машину 87-й бензин. Он стоит 3,199 за галлон на сегодняшний день. Сегодня у нас 11 сентября 2022 год. Заправляем полный бак. Пока заправляется наша машина, скажу, сколько в одном галлоне здесь литров. В одном галлоне это 3 литра и 780 миллилитров. Наша машина заправляется, сейчас она, когда заправится полностью, автоматически все это само выключится. И мы увидим, сколько же стоит заправить полностью наш автомобиль. В сегодняшний день мы едем на Хонде, Honda Odyssey Minivan. Все, наша машина заправилась. Мы заправили 17,2 галлона на $55 0,3 цента. Так, ну что, налили чай, вот эти красивые стаканчики, турецкие сладости открыли. Чай обалденно пахнет. Вот этот вот чай, Ахмат, с гранатом. С малиной. Клевый грин-чай. Это зеленый чай. Все, будем пить чай. Темка уже пьет. Я распаковываю сегодня посылочку свою. Девочкам заказала бутылки на Амазоне для воды. Сейчас посмотрю вообще, что пришло. Ожидание, реальность. Хорошие, большие. Слушай, большие, да. Что да, им надо много воды, жарко во Флориде. Здесь нужно будет... Нормально все? Так, прям завернуты. Так, Тимка мне помогает. Такие вот какие-то знаменитые бутылки. Не знаю, посмотрим, но очень большие, да. Здесь, кстати, для девчонок я почему заказала такие очень удобные вот, по времени, чтобы они смотрели. Иногда они забывают пить воду, это очень плохо. Вот. Но мне нравится на ощупь. Они такие, пластмасс такой хороший, очень прочный. Ага. Так, и вот здесь они как-то должны удобно открываться. Вот здесь такая крышечка. Так. Как они открываются? А, вот так вот, во. Опс. Попил. Я не знаю, сейчас реакцию посмотрю девочек, понравится им вообще или нет. Вот. Прикольные бутылки. Её коробку сюда ставь. И заказала еще ланчбоксы. Ланчбоксы сейчас посмотрим. А, вот, я им заказала несколько видов. Вот это для супа. Вот так они выглядят. Вот здесь вот должно быть ну, все такое. На японском, на китайском написано, не знаю, на каком языке. Тимофей, это японский или китайский? Китайский. Китайский. Вот, Сонька достала. Такой бирюзовый цвет красивый. Очень красивый. Угу. Ну, это вот на всякий случай. Да, ну ничего так, в принципе, ланчбокс положить. Сюда фруктики можно какие-нибудь. Здесь вот супчик. Очень красивый. Да. Ну, это фирма такая известная довольно-таки. Их очень много этих ланчбоксов. Там надо выбирать. Ну что? Открывай. А, тут надпись какая-то еще есть. Видела? Сбоку. Какое? Вот такая вот. Ложечка. А, и ложечка еще а здесь... есть. Такая ложечка. А, я не смогу. Такая прикольная, как для лапши рамен, да? Mm-hmm. А вот это, я так понимаю, чтобы выходил пар немножко. Вот.
Это для фруктиков, для йогурта можно. Так, это для разнообразия тоже. Вот. И такие вот два ланчбокса заказала. Да, они очень такие конкретные. Я еще, по-моему, у Лены тоже видела такие ланчбоксы. Вот. Они, кстати, по возрастам есть до, по-моему, до 6, что ли, лет. Там одни ланчбоксы, у них посерединке будут такие небольшие, как бы, отделения. И там можно по чуть-чуть вложить что-то, но уже а для... здесь можно убрать? И так? Да, это для постарше, то есть уже старше 6 лет эти ланчбоксы, уже как бы побольше отделения, чтобы... Да, детям было. И цвета такие, цвета. Упаковочка такая серьезная, все прям так запечатано. И они очень удобные. А, это фирма Бенто. Все. Да, это известная фирма, да. Так, опс. И как легко и хорошо. Вообще кайф просто. Я измучилась это своими матчбоксами старыми. А в общем, можно было дешево? А, вот, да, микровейсы. Да, можно микроволновочки. Да. И в дешвошере. Да. Очень, очень удобно. Вообще шикарно. Так, все, я покупкой довольна. Все круто. Эти стоят $25. Эти стоят по $10. Здесь вот мюсли можно наливать. Сюда молочко холодненькое. Вот. Эти, конечно, суперские просто. Кстати, возраст 8+. Вот эти вот, старше 8. Вот. И такие вот большие две бутылочки для воды. Так, я тут сижу под крышей. Еще вентиляторы у нас работают. Артемка с девчонками купается. Ветер такой сильный поднялся. Сегодня у нас 11 сентября, сегодня воскресенье. Отдыхаем после Тампы. Знаете, отдых, и после отдыха еще нужно. Резко начался дождь. Вот такой сильный, Тёма все равно купается. Смотрите, обалдеет. Жить прекрасного человека. Сидят этот, в Хаттаб зашли, в горячую воду, сидят там, под дождем. Аккуратно, упала. Один. Все, наплавались. Так, все, собираюсь сейчас в магазин. Поеду уже в этот в Petsmart. Собака у меня без еды осталась и кошки. Так, сейчас выдвигаюсь быстренько в Petsmart. А, забыла рецепт. Рецепт для собаки моей, для Шарлотты. Сонь, я рецепт забыла. Забыла рецепт. Это рецептик у меня выписал наш ветеринар, потому что она у меня переедает лишнего, вес у нее лишний. У Шарлотты. И... Ой, что я делаю? И в итоге она у меня очень сильно полнела. И выписали такую диету ей назначили. Вот сейчас поеду куплю. И кошки у меня без еды тоже. Так. А? Что-то папа закрыл сегодня. Солнца особо сегодня нет. Сегодня тучи такие. Вон, все гремит еще. Так, номер 2, номер 1. Тёмка едет, я на номер 2. Так, сейчас подстроимся. Все, чтобы удобно было. Тучки такие, тучки. Еще Тимофея нужно забрать. Он будет сегодня. Он у меня уехал с другом покупать для своего клуба что-то. У них там клуб будет сейчас новый. Вот. И они, как организаторы, какие-то мелочи поехали покупать. И заодно пойдет подстрижется. В итоге нужно будет его забрать, так как наш парень еще за рулем не ездит. В итоге я проехала поворот, чтобы повернуть на Petsmart, и поехала в Seed to Table. Сейчас куплю, наверное, фрукты какие-нибудь, потому что всю неделю надо будет в школу что-то класть. В общем, пойдем в Seed to Table. Вот наш Seed to Table. Опять какая-то гулянка там. А мы идем за фруктами. Так, видео, наверное, не снимешь здесь. В общем, просто покажу. Она на
ананасик здесь можно взять свеженький. Там стоит аппарат, можно сделать себе вот в такой упаковочке. Ты выбираешь. И все. 4,99 стоит. Так, сегодня я хочу купить ананас и почистить его. Сразу взять очищенный с магазина. Здесь есть такой аппарат. Поставим сейчас его туда. Так, берем стаканчик. Ставим его вот сюда. Вот. Так, кладем наш ананас. Кладем наш ананас. Вот так вот. Закрываем. Нажимаем номер 2. Нажимаем номер 3. И все. И наш ананас чистится. Все, готово. Все. Закрываем крышкой. И наш ананас готов. Быстро, удобно. Так, музыка здесь стихла. Я сейчас нахожусь, где аптека, где практически как iHerb. Все здесь такое натуральное, минеральное, вот, кстати, минеральная косметика. Да, у меня такая косметика была, мне нравилась. А румянки очень хорошие у них, у этой косметики. Лаки тоже, в принципе, неплохие были. Как-то покупала. В общем, все тут были, тоже есть такой отдел. Органическое все. Шампунь я пробовала из этой серии, только оранжевый. Мне понравился, неплохой. Вот он стоит по $10. Очень клевый. Кондиционеры, шампунь я брала. Вот из этой серии для объема. Действительно, волосы такие шелковистые, более объемные становятся. Поставить сережку. Так, ну куда-нибудь туда. Смотрите, дождь уже начинается. Мы хотим быстрее выложить все и поехать, а то сейчас будет большой ливень, наверное. Так, мне надо... Я яйца купила, мне бы как бы яйца у меня не разбились. Так, хлеб сюда. Положить их сюда. Невозможно было сегодня что-то снять и показать. Все тут были, что я взяла. Музыка на всю катушку просто. Не слышно даже, как ты что-то говоришь, поэтому очень неудобно было сегодня. Так что, ладно, едем, в общем, за едой для животных. Наконец-то. Что ж, Шарлотте можно. Хиллс вот такой вот. Здесь специально такое название. Доктора подпись. Так, вот Шарлоттин корм, он здесь, находится в конце, прям это по прескрипшену, то есть по рекомендации доктора, да, если у вас справочка, рецепт, да, прескрипшен. Это с чем? Это с чикен. А, интересно, жидкий? А вот жидкий здесь. Жидкий, а, это для кошек. На Хиллс смотрю, вот Гэби нарисованная у нас. Хиллс диет. Угу. Ну, давай попробуем Хиллс, потому что тут они у нас тоже не едят, последний, который мы купили. Будем пробовать.